знаете, очень волнительно сегодня. Хотя вот вроде концерты проходят, иногда мы вступаем на сцену, но когда видишь столько прекрасных глаз, столько прекрасных гостей, друзей, все волнительно это. Дорогие друзья, сегодня воскресенье, сегодня радостный, самый замечательный день. Разноплановые даже, можно так сказать. И сегодня я хотел приготовить для вас сюрприз. Точнее, я уже приготовил его, хотел показать его сегодня. Но это будет чуть позже, это будет, так скажем, практически в серединке. Но буквально через несколько номеров будет специальный сюрприз для вас, дорогие гости. Мне очень хочется его показать, прямо сразу, но не могу, как говорится. Знаете, такой секрет есть. Хорошая, самая, так скажем, самая ценностно-падная, обычно говорят, да? Ну что, друзья мои, но сейчас мне хотелось вспомнить песню, которую написал мой знакомый, мой хороший знакомый поэт. Музыку для этой песни написал его друг. А я с большим удовольствием ее исполню. Песня называется «Сторонка русская». Слова Вадима Пимова. Село хорошее, древняя земля.
она как отведи над селом плут, а дороги летние гости всех зовут. И сторонка русская, я в тебя влюблен. Страна приволжская, песенный район. Ты сторонка русская, я в тебя влюблен. Страна приволжская, песенный район. На поле низких звездочки горят, и со мной как с близким тихо говорят. Все там сердцу милое, и село зовет. Наша там фамилия долго проживет. Ты сторонка русская, я в тебя влюблен. Сторона приволжская, песенный район. Ты сторонка русская, я в тебя влюблен. Сторона приволжская, песенный район. Я сам хороший, пели соловья. Есть село хорошее, древняя земля. Облака, как лебеди, над селом плывут, а дороги летние гости всех зовут. Ты сторонка русская, я в тебя влюблен. Сторона приволжская, песенный район. Ты сторонка русская, я в тебя влюблен. Сторона приволжская, песенный район. Звучит когда-нибудь какая-то песня, когда, знаете, напеваете целый день. Иногда представят какая-нибудь там непонятное что-то, ну, не знаю, не буду я вдаваться в подробности, какие бывают у всех разные свои песни, но все-таки мелодия какая-то наверняка звучит в душе у каждого. И вот, дорогие друзья, мелодия, которая сейчас звучит, я думаю, звучит в каждом практически всегда, потому что эта песня напоминает мне что-то такое яркое, хорошее, красивое. Для вас. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат, где, где весной по лесам, где ты моя темноглазая, где, 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 в доме. Где весной пояса, где же моя темноглазая, где? В Вологде, где, 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 в Вологде, где? В Вологде, где весной пояса. Пакетом пакет, только нет мне ни слова ответ. Значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Что бы случилось, я к милой приду, сам я за ответом приду. Что не случилось, я к милой приду. Вологду, вдруг, 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 вдруг.
небе вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мелодник всегда. Вот такие душевные песни заставляют нас думать о чем-то прекрасном, о чем-то хорошем. Милости нас удаляют от суетного мира, согласитесь, да? Какое-то такое вот настроение лирическое, но в то же время радостное, вселяет надежду на то, что все будет хорошо. Где ж ты, моя темноглазая, где? О, где, о, где? Где ж ты, моя темноглазая, где? Вот где, вот где? Сейчас пригласить мою партнершу по цеху музыкальному, ну и мою дочь Софию Белову. Прошу, пожалуйста. Может, кто украдкой?
Спасибо огромное, Наталья Борисовна. К сожалению, у нас с вами сегодня не получилось спеть песню. Мы так планировали. Мамочка, спасибо тебе, что сегодня ты здесь на одном концерте. Просто в прошлый раз с вами не получилось, к сожалению, побывать на концерте. Дорогие друзья, вы знаете, ну, конечно же, в этом зале присутствуют люди, которые лично в моей жизни сыграли немаловажную роль. Я, позвольте, не буду перечислять всех, я просто боюсь кого-то обидеть. Но если наверняка кто-то сыграл в моей жизни какую-то роль, пусть даже небольшую, я вам очень благодарен, я вам очень признателен за это. Вы знаете, если бы не вы и даже наши замечательные зрители, все вы замечательные зрители, ну, то есть мне не пришлось бы выступать на сцене и петь сегодня для вас. Ну, а эту замечательную песню в свое время исполнял наш земляк. К сожалению, сегодня его нет с нами, но память о нем всегда будет с нами. Это чудесная песня, я думаю. Анатолий Семейкин исполнял эту песню, она сегодня для вас. Глухари, такую хамани, в зарослях скрывается в тумане. Глухари, тоску и радость прячут, от любви поют и даже плачут. А я любовь свою в родной земле не утерплю. Во мне звучит зарей горя песнь глухаря. Не моя забота на заре, на рукаре охота загубить возможно чудо это. Песню глухаря в часы рассвета. Спасибо, Наталья.
когда выходишь на сцену, обязательно зритель должен потом аплодировать. Ну почему? По какой причине? Как вы думаете? Благодарность. Ну, смотри, хороший загадок. Да, я даже не думал, что это будет, может быть, даже загадкой для зрителя. Вы знаете, на самом деле аплодисменты – это благодарность исполнителю. Если ему, то есть, зрителю понравилось, он аплодирует, не понравилось, значит, такой процент не дорог. Конечно. Ну, хорошо, мы взяли с собой на всякий случай. Вы знали, что мы сидим какие-то косяки, да? Ну что ж, друзья мои. Ну, и вот наступил момент, когда мне бы хотелось рассказать о сюрпризе. Обратите внимание, сегодня на сцене стоит не только я, не только Софи, не только свет, не только занавес и наша одежда сцены, но и музыкальные инструменты. Наверняка каждый знает, как называется вот этот инструмент. Это баян, да? Но смотрите, какой он богатый, да? Красивый. Скромные гитары, которые сегодня присутствуют здесь. Ну, и фортепиано. И сегодня это, дорогие друзья, не случайно, потому что к нам в гости, точнее, я с большим удовольствием пригласил сюда на эту сцену для того, чтобы порадовать вас, дорогие друзья, прекрасной музыкой. И первым, кого я предложил на эту сцену, это наш земляк. Сейчас он учится на втором курсе музыкального колледжа город Кострома. Алимов Артур, дорогие друзья, прошу, любите его. Ну и, конечно же, что лучше может быть, чем русская песня? Конечно, это раздольная, красивая, легкая, хлесткая русская мелодия, которая звучит в душе каждого.
без славной музыки на земле моей. Тульская гармоника, курской соловей, волжские страдания, псковский хоровод, русская мелодия. Я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. В журавлином клёкоте золоте листвы песню русской осени узнаете вы. Засвистят метельцы, затрещит мороз, зазвенят продрогшие ветви у берез. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. Я всегда пою русскую мелодию. Лес весной пробудится, станет слышен гром, ручейки покатятся звонким серебром. Солнышки растут, а песни о снегах, лето красной девицей выйдет на луга. Всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. Дорогие друзья, для любителей прекрасной музыки. Сейчас мне бы хотелось на сцену пригласить Даниила Волкова, студента второго курса музыкального училища, музыкального колледжа, Казанского музыкального колледжа. Даниил Волков, пожалуйста, вашему вниманию.
И, пожалуй, мы продолжим нашу песенную программу. И на это приглашаю на сцену Софию Белову. Сеночка, пожалуйста, прошу тебя. И песня, которую мы сейчас хотим для вас исполнить, она о музыке, о любви к музыке, о самом прекрасном, что есть у нас на свете. Людочку Емельянову. Людмила, прошу тебя. Ее исполнение прозвучит прекрасный романс, который она с большим удовольствием наверняка исполняла совсем недавно на конкурсе в городе Чкаловск. Наш привет Чкаловску мы передали, и, соответственно, Чкаловск тоже передал нам привет. Тишинки шумные,
работаю в нем. Дорогие друзья, наверняка мы с вами уже радуют нашему прекрасному зимнему пейзажу, который у нас высыпал на улицу, да? Благодаря которому мы иногда и с соседями ругались, так, надо поставиться в машине, не решать, еще нашу. Итак, дорогие друзья, но все-таки, невзирая ни на что, белый снег, который кружится и тает, он нас всегда как-то немножечко так окрыляет. Ну что ж, снег кружится. Давно не помнит снежки места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег птица летает, летает, и поселка и клубя. Залетает зима, залетает все, что было. Но вершина белый, но вершина белый, но я чистый невесомый снег. Уложился самый первый, уложился самый первый, и робкий, и смелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поселка и губя. Раскинулся просторы, раскинулся просторы, мы дальние утренние звезды. Не верю я, что скоро, не верю я, что скоро по снегу доберутся тебе мои следы. Снег кружится, летает, летает, и поселкой губя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и поселка и губя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Друзья, ваши пенды, спасибо! Спасибо вам! Очень интересный месяц заставляет нас снять дату момент вашей жизни. Ну что же, сейчас мне хотелось пригласить вновь гостя на эту сцену, юную исполнительницу Ангелина Еркина. Дорогие друзья, студентка 4-го курса музыкального колледжа Костромского. Пожалуйста, девочка.
спасибо нашим гостям. Юные музыканты, дорогие друзья. Ну что же, это дошло до вашего решения. Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, сейчас мне бы хотелось вспомнить чудесную песню, которую в свое время написал мой любимый, один из моих любимых исполнителей, Олег Анофриев. Это его и слова, и музыка. Я даже об этом никогда не знал. На самом деле, песня написана ей. Пожалуйста. Я всегда восхищаюсь им. Но сегодня, дорогие друзья, я пригласил к нам сюда, не боюсь этого слова, виртуоза, тоже студент 4 курса, Никита Шмаков, дорогие друзья, баянист. Я думаю, у него будущее, замечательное будущее. Никита, пожалуйста, дорогой друг.
русская баллада. Thank you.
даже нашу концертную программу. Сейчас мне хотелось начать, так скажем, музыкальную композицию и пригласить сюда Софию Кобелову, пожалуйста. Несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы в жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Совершенствоваться. Ну как же, без них куда мне. Ну что ж, друзья мои, все-таки песня хорошо, но когда мы танцуем, это еще больше нас зажигает. Поэтому кому хочется танцевать, хочется подвигаться. На часах 20:00 я иду на танцы с тобой. Город мой ярким огнем горит. Весь район сегодня спит, весь район на танцы спешит, и на пап это московский бит. Этот новый танец словно динамит, пусть танцуют с нами все, кто любит мир. Киев, Киев.
речного вокзал. Это ты, ночного метро, это пик неоновых фонарей. Он так прост, что может любой танцевать сегодня со мной. Это пик улицы площадей. Просто невозможно на месте устоять. И сегодня с нами будут танцевать Вика и Волгоград. Над страною звучит московский бит. Так любите моего сына. А эта песня, если помните, песня нашей
молодости. И мы с мужем пели эту песню. Причем он очень похож на папу, кто помнит его. Спасибо, Мать. Спасибо большое за чудесный пример. Вы знаете, дорогие друзья, песня – это то, что нас объединяет. То, что заставляет нас трепетать, волноваться. И вы знаете, меня задали буквально накануне концерта этого вопрос, а в чем такое название? Потому что многозначащее такое, да, много значений можно подвязать к этому, так скажем, названию. Ну, потому что хорошо, или потому что плохо, потому что грустно, или потому что и так далее. То есть лирическое, потому что лирическое настроение хочу петь. Или потому что плохое настроение, буду петь только матерные частушки. Вот. Ну и песня, которая сейчас звучит, я думаю, объединит все песни воедино, которая называется «Через годы, через расстояние». Поем, я думаю, все вместе, через годы. Ночи, звезды, вдаль бегут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня, верный друг, мы навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стране любой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце скорбели. С песней всюду вместе выйдем. Сколько песен мы любимым нашим спели. Сколько мы еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стране любой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Блюды, холод, песня нас с тобой согреет. Жаркий полдень будет как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стране любой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стране любой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Немного песен прозвучало, то есть немного музыкальной композиции для вас сегодня прозвучало. Обратите внимание, больше часа уже прошло. Это ладно, представляете себе, да? Вот. Вы знаете, дорогие друзья, на самом деле эта песня была в нашем концерте, собственно говоря, последняя. Но сейчас мне бы хотелось, прежде всего, еще раз поприветствовать наших замечательных артистов. Прошу вас, наших замечательных артистов. Алина Бакова, Дарья Волкова, Ангелина Меркина, Никита Шмаков, София Белова, Татьяна Белова, Богдана Белова и Авдия Белова.
Давайте аплодисменты, спасибо вам огромное. А также мой помощник Евгений Жуков, один помощник. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Дорогие друзья, Любочка и Людмила Емельянова, конечно, Людмила, прошу вас, друзья мои. Спасибо вам большое, что вы сегодня были на нашем концерте. Я думаю, мы сделаем обязательно продолжение такого чудесного концертика. Я надеюсь, вы придете к нам. Спасибо большое. А на этом сегодня все. Спасибо. До свидания.